Всем привет! В эфире канал, посвященный LEGO и LEGO совместимым конструкторам. Что это за пакет бесформенный лежит у меня на столе, скажете вы. На самом деле это супергерои. Целых 8 штук. Вот так вот китайцы отправляют мини-фигурки супергероев с сайта AliExpress вот в таком вот бесформенном пакетике, просто кучкой деталей. Давайте откроем и посмотрим, какие супергерои будут у нас сегодня. Внутри у нас еще один пакетик, поприличней, в котором есть еще пакетики. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пакетиков. Прошу прощения за качество сегодняшнего видео. У меня, к сожалению, временно нет камеры хороший, на которую я снимал ранее. Ну, ничего, я думаю, ничего страшного, что один раз мы посмотрим видео со смартфона. Ну что, давайте начнем. Первая мини-фигурка. Я подозреваю, что это Аквамен. Кстати, забыл сказать, фигурки эти компании Шен. Ох, нет, смотрите. Я думал, это компания SY Shen Yang. А это какой-то Ле Бао. Даже и все, и букв больше нету. Интересно. Да, я уже понимаю, что мини-фигурки отвратительного качества. Так, ну что, давайте посмотрим. Отдельные ноги. Руки, как у Шен Янг, ну, SY, по-нашему, если по-английски. Так, но здесь что-то прям вообще, по-моему, невообразимо плохое. Так, руки. Ох, как туго вставляются руки без щелчка. Просто туго вставляются. Голова просто не заходит на свое место. Ух, еле-еле я ее запихнул. Ноги тоже. И посмотрите, какая ужасная прическа. Вместо того, чтобы отлить прическу из пластика желтого, они отлили из черного и покрасили сверху. То есть вот просто как... А, теперь еще я надеть не могу прическу. Все прекрасно. Мини-фигурки замечательного качества просто. Так, прическу я надел. Трезубец почти вставил, руки отваливаются. Мини-фигурка очень туго встает на свое место. И вот такая вот получается чудовищная штуковина. Смотрите. Прическа просто жжет. Принты, по-моему, тоже смазаны. Хотя они есть и спереди, и сзади. Сзади вообще ушел принт вправо куда-то. Да уж. Заказал я себе наборчик. Крутой. Настолько крутой, что больше такой не заказывать. Ладно, посмотрим. Может быть, мне с одной мини-фигуркой не повезло. Ага, следующая мини-фигурка. Следующая мини-фигурка – это Джокер. Так, посмотрим Джокера. Может быть, с ним будет получше. Так, ноги также отдельно. Ноги заходят со щелчком. Одна рука уже вставлена, руки без щелчка. Так, кисти, точнее, без щелчка. Руки, в принципе, вставляются со щелчком. Так, одна со щелчком, другая без щелчка. Кисти опять без щелчка. Так, лицо. Лицо не имеет второй стороны.
У меня есть мини-фигурка. А, здесь вот, смотрите, такая же история. Вместо того, чтобы сделать прическу из нужного пластика, она просто покрашена. Плюс еще крепление там какое-то очень плохое. Вот такой вот Джокер. У Джокера есть кусочек бриллианта какого-то. Или кусочек металла это. Может быть, серебро. И вот такой вот пулемет. Пулемет, кстати, прикольный. Правда, непонятно, откуда он такой взялся. И как он вообще у Джокера образовался. И как он его держать собирается. Да, очень странно. Вообще, насколько я помню, у Джокера там был просто рупор на картинке, когда я выбирал. Давайте уберем у него машинган этот. И поставим ему громкоговоритель. Так, ну здесь видно название фирмы мини-фигурки, которую покупать не следует. Это фирма Lebaokwan. Хотя продавалась, насколько я помню, они как SY. Надо будет переговорить с продавцом на эту тему. Что это он обманывает, подсылает какие-то вместо одной плохой китайской фирмы еще более худшую китайскую фирму. Далее, то, ради чего, в общем-то, и заказывался этот набор, это Ник Фьюри. Я всегда хотел Ника Фьюри, мини-фигурку Ника Фьюри. Так, ну, с Ником Фьюри мне повезло чуть более, хотя нет, наверное, не повезло. Повезло тем, что у него нет волос, поэтому прическу ему не испортить. Зато можно испортить принты на лице, либо на мини-фигурке на самой, на теле. Так, и вот можно испортить ногу, которая не вставляется к нему. Да, и даже не сгибается. Качество пластика вот этих вот ног просто отвратительное, если честно. Просто ужасное. Никогда не заказывайте, уже если третья мини-фигурка плохого качества из трех проверенных, значит, производитель плохой. Причем цена у него точно такая же, как и у SY. Вот, смотрите, руки вставились не до конца. Ну, пистолет нормальный, кстати. Ладно, Ник Фьюри с натяжкой у нас на 3 с большим минусом. Из-за того, что принт какой-то плохо проклеенный, как будто бы, что ли. Ну да ладно. Потом его попытаюсь заменить. Кстати, вот отлита голова очень плохо. Тоже пластик какой-то такой на полиэтилен похожий. Мне кажется, если его хорошо сжать, он будет деформироваться. Вот такое вот разочарование сегодняшнее у меня. Ну ладно, Ник Фьюри еще более-менее. И то потому, что, видимо, у него нет прически. Следующее. Wonder Woman. Чудо-женщина. Так, Wonder Woman. Надеюсь, у тебя, из-за того, что у тебя волосы черные, будет более-менее. Принты съехавшие. Вот сзади, вот смотрите, видно очень хорошо. Спереди принт прямой, но какой-то непропечатанный. Это хорошо видно вот здесь. И хорошо видно на нижней части. То есть его наклеивали прямо вот с надетыми штанами. Какой-то одной большой, такой большой печатью. Так, руки. Руки вставляются. Кисти также без щелчка. Как будто бы ощущение, что заходит не до конца. Возможно, да, вернее, так оно и есть. И они не защелкиваются. Усилия я прилагал уже. Одно только выражение лица. Кривое выражение лица, смотрите. Брови съехали, лицо съехало. И вообще я подозреваю, что это... Ну, по-моему, это не ее выражение лица. Вообще голова, по-моему, другого совершенно супергероя. Есть вот лассо. Ну, это просто на двоечку. Да уж... Да уж, да уж. Ладно, следующий. Вторая мини-фигурка
из-за которой я заказывал этот набор. Это Дэдпул. Так, здесь я почувствовал какой-то неприятный запах, откуда-то исходит. Не могу понять, или это в общем, или мне показалось. Так, Дэдпул. Принты, ну, в принципе, более или менее для этого набора. Ну, вот смотрите, качество самой пластмассы, качество печати, качество пластика, все это чудовищное. Так, голова, отличающаяся по цвету от тела. Руки с облоем. Руки, такое ощущение, что вообще из полиэтилена. Очень-очень мягкие. Руки сами не вставляются. Точнее, вот предплечье из полиэтилена. Руки чуть более жесткое что-то. Хотя я не уверен, так и забыл надеть ему крепление для меча. Для мечей. Тоже с облоем. Да. Очень разочарован. Но с другой стороны, теперь я знаю фирму, которую никогда не нужно покупать. Так, у Дэдпула сзади есть система для крепления мечей. На удивление, мечи у нее хорошо заходят. И сами мечи, в принципе, достаточно неплохого качества. Пластик такой не гнущийся, как попало. И еще плюс у него есть бластеры Звездных войн. Зачем он ему нужен, непонятно. Ну да, пусть будет. Так, Дэдпул, в принципе, мог бы быть неплохим, если бы не лицо совершенно другого цвета, чем тело. Смотрите, намного темнее голова. Дальше. Циклоп. С прической та же проблема, я уже вижу через пакетик. То есть, видите, внутри она черная, снаружи ее покрасили. Покрасили плохо, краски пожалели. Вот такие вот негодяи. Бластер. Так, давайте руки вставим. Со щелчком. Оф, ну вот это вообще прекрасно. У мини-фигурки две правые руки, левой руки нет. Да... Пожалуй, мне нужно будет крепко поговорить. А в эту руку не вставляется просто, вот смотрите, абсолютно не вставляется кисть. Да и во вторую вставляется вот такой вот колечный. Колечный просто супергерой. Ужас. Ужас чудовищно. Прическа не вставляется. Да, вообще не вставляется, абсолютно. Да уж. Просто ужасно. Даже принты смотреть нет смысла, потому что руки нет. Хотя принты, кстати, ровно пропечатаны, но само качество печати плохое. Давайте еще раз попробуем надеть ему причесочку, которая не надевается. Ну, он будет вот такой вот слегка горбатый. Не горбатый, или лысый, может быть. Так, дальше. Третья мини-фигурка, ради которой заказывался этот набор. Это Флэш. Так, Флэш. Так, у Флэша с лицом как будто бы более-менее все. Опять же, это Ли Бао Куан. Я надолго запомню это название. Ли Бао Куан. У Флэша вот такие вот на шлеме есть вставляющиеся молнии две, которые до конца не вставляются. Почему-то одна вставилась, вторая нет. Так, у Флэша, надеюсь, с руками будет все в порядке. Левая и правая. Ага, одна рука у Флэша выпадает.
Вторая рука у Флэша выпадать будет тоже, потому что до конца не вставляется. Очень кривые руки. Качество печати кривое. Смазанное, в сторону уходит. Да. Ну и дрянь, если честно. Я очень разочарован и, скорее всего, буду писать жалобу на этого продавца. Сейчас я проверю, действительно ли написано, что у него компания SY. Если написано, что компания SY и фотографии не соответствовать будут действительности, мне просто вернут деньги. Без возврата каких-либо этих фигурок продавцу. Так, ну, в принципе, Флэш такой прикольный, да, но, блин, качество... Качество ужасное, конечно. Хотя вот эти вот молнии на его голове, они, конечно, такие нормальные. Если были бы хорошего качества, это было бы симпатично и клево. И еще, насколько я знаю, у Флэша у него такие полупрозрачные палки, вот эти, как мечи у джедаев из Звездных войн, красного цвета. А здесь они просто какие-то желтые. Ну и последнее на сегодня разочарование, скорее всего, это женщина-кошка. Надеюсь, у нее будут с руками, не будет проблем, с ногами тоже, и она будет приличного качества. Одна нога вставилась хорошо, вторая нога вставилась тоже с хорошим щелчком. Принт спереди кривой, принт сзади кривой, но на черном фоне это не так сильно заметно. В принципе, вот смотрите, в принципе это, ну нет, даже, блин, ну вот поверхность пластика вся исцарапанная какая-то, непонятно, ужасно просто, чудовищные не фигурки за свою цену, им грош цена, они стоят как SY, но качество у них просто отвратительное. SY просто на голову выше. Даже такая пропасть между SY и оригинальным LEGO меньше, чем пропасть между этими мини-фигурками и SY. Не говоря уж о Decool. Decool все-таки делает получше, чем SY. Так, лицо. Лицо пропечатано слегка. Губы ушли, но... Да, ушли губы, ну, как будто бы она такая криворотая, немножко скривила рот. Вот такая вот масочка. И хлыст. Хлыст есть. Вот такая вот женщина-кошка с кривым ртом немного. Но если вот так немножко повернуть, в принципе, получается более или менее. Но не тянет это все на хорошие мини-фигурки. Совершенно не тянет. Вот есть две запчасти. Вот такие вот, давайте я поближе их поставлю, чтобы видно было, что мы сегодня разбирали. Еще раз напоминаю, не покупайте мини-фигурки компании LeBQ какой-то. LeBaoQuan. Это просто ужасные мини-фигурки. Ну, посмотрите на эту Wonder Woman, и вы сразу все поймете, что покупать не нужно такие. Кривое лицо, абсолютно. Или посмотрите на прическу этого. Мне же удалось ее вставить. Почти удалось. Посмотрите на прическу. Внутри черная, снаружи коричневая. Или посмотрите на этого Аквамена, выбивающаяся чернота из-под его прически. Да уж, просто ужасно. Ну что, на этой грустной нотке давайте закончим. На самом деле, такие видео тоже нужны. Мне кажется, они даже полезнее тех, которые показывают хорошие мини-фигурки. Потому что нужно знать плохие мини-фигурки, какие не надо заказывать, какие не надо покупать. И вот эту фирму покупать не надо. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео, ставьте лайки. До свидания.